В Пришахтинске появились мелкие воришки и крупные вандалы. На днях в гаражном массиве пенсионера Бориса Бунакова разбили стекла в автомобиле. Для этого использовали бытовой топор. Подробности узнавал наш корреспондент. Этот случай произошел в минувшее воскресенье в Пришахтинске. В гараже инвалид третьей группы Борис Валентинович забыл сотку в своем автомобиле. Когда пришел утром, то увидел сломанный замок на воротах и разбитые стекла. Заглянул, машина битая, вызвал полицию. Полиция приехала тут же через 10 минут. Обследовала, ну как, криминалисты были. Сотки не было, как всегда, а машина побита. Борис Бунаков говорит, что ни с кем не скандалил в последнее время. Поэтому мотива ему отомстить ни у кого не было. В гараже еще пропали запчасти. Пенсионер уже посчитал нанесенный ущерб. Он примерно составляет 450 тысяч тенге. От расстройства мужчина попал в больницу. Конечно, я сейчас только что с поликлиники, и давление. Сын Бориса Бунакова Дмитрий говорит, что о данных фактах кражи и вандализма он слышит неоднократно. Он слышал, что в 21-м микрорайоне Пришахтинска и в Старой Тихоновке недавно вскрыли еще 3 гаража. Украли строительные материалы и электроинструменты. Люди в основном не подают заявления, потому что факты кражи там, ну, фактически там воришки, если залезли какие-то там, то они там, ну, или взяли там фактически ничего там. Ценного ничего не унесли, и люди просто-напросто не хотят связываться, не пишут никаких заявлений. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование, назначены все необходимые экспертизы. Николай Кравец, Габиден Куружбеков, Асхат Абидулов, Первый Карагандинский.